Всем привет! Часы в обзоре Casio AQS810W. Ну, основная функция часов описана на вот этой рекламке Self-Charging Solar Powered, то есть самозаряжающиеся от солнечной энергии, то есть, а проще говоря, на солнечной батарее часы. То есть, ну, давайте чуть поближе посмотрим. Вот так эта модель выглядит. Сразу же о размерах. Часы крупные. Покажу. Что-то порядка 46 миллиметров в дюймах, тоже покажу. И толщина. Ну, толщина где-то порядка 13 миллиметров. Но при этом очень легкие. Корпус легкий, акриловое стекло, задняя крышка традиционно из нержавейки, полимерный ремешок, даже клипса из пластика. Вот 4 крупных наплыва, в которых спрятаны кнопки, то есть случайно кнопки не нажмутся. Еще раз, как было сказано, часы имеют подзарядку от солнечной энергии. И это является их основной особенностью. Все остальное, ну что, аналоговые стрелки, то есть часы, минуты. Из особенностей, вот на нижнем циферблате, давайте вот так поближе посмотрим. Нижний циферблат показывает месяц, день недели. И, то есть иногда здесь в других моделях может показываться там часы, минуты, то есть время. Нет, здесь показывается месяц и число, и секунды, которые относятся вот к этим часам. То есть в данном случае 17:26 и там 14-15 секунд. Традиционный, бесполезный, в общем-то, индикатор справа. Сразу же хочу сделать замечание по поводу этих часов, что лично мне не очень понравилось. Вот цифры в этом цифровом дисплее, они очень мелкие, то есть где-то 4 миллиметра. Это вообще характерно для Casio, то есть вот, казалось бы, берешь часы в крупном корпусе и место позволяет. Японцы обязательно влепят какой-то ненужный индикатор, что-то, чтобы бегало, вместо того, чтобы сделать более крупный индикатор, и польза была бы от этого, ну, на мой взгляд, намного больше. Ну, ладно, я не работаю в Casio конструктором. Принимаем так, как есть. Быстренько режимы. Вот это индикатор уровня заряда батареи или аккумулятора. High, соответственно, самый высокий. Есть еще mid и low. При mid все функции сохраняются. Low, когда высветится, значит, это будет говорить о том, что уровень заряда батареи низкий. И некоторые функции часов не будут работать. Некоторые это будильник и сигнал, там подсветка, по-моему, тоже. То есть после подзарядки все восстанавливается. То есть вынести на солнце или на свет, и когда часы подзарядятся, все функции автоматически восстанавливаются. Дальше. Мировое время, соответственно. Если вы выставили однажды свой часовой пояс правильно при установке, дальше мы выбираем Кабул, там в Кабуле 18:56, соответственно, Дели 19:56 и так далее. То есть быстро можно узнать. Традиционно 5 будильников. Таймер, секундомер со сплитом. И возврат в основное меню. Покажу подсветочку быстренько. Это светонакопитель. Это подсветка от батареи. Спасибо.